Итого, значит, у нас есть 6 вопросов, которые потенциально можно было бы обсудить. Просьба каждого проголосовать не более чем по 2 вопросам, которые хотелось бы проговорить более подробно на оставшиеся 40 минут. Значит, кто хотел бы проговорить по вопросу первому, вопрос объективности при оценке поставщиков, как выбрать методологию оценки? Следующий вопрос. Чем руководствуемся при аккредитации поставщика? Спасибо. Следующий. Как предусмотреть основные риски при работе с поставщиком? Так, 2. Так. Какие плюсы и минусы выстраивания долгосрочных отношений с поставщиками? Так, здесь надо дольше. Держите руки, не опускайте. Так, следующее. Зачем нужны поставщики, ориентированные на экологию и так далее? Все, что связано с безопасным продуктом, устойчивым развитием. Не-не, еще раз, мы говорим о приоритетах. Так, и 6 вопрос. Стратегия оптимизации в закупках в условиях ограниченного пула поставщиков. Так, итого, насколько я понимаю, приоритеты явные 6 вопрос и 4 там был, по-моему. Долгосрочные отношения и стратегия оптимизации закупок. Так, а какой из них больше набрал? То есть победил у нас 4-й, какие плюсы и минусы выстраивания долгосрочных отношений с поставщиками, и с небольшим отрывом.